И сегодня 30 июля 2018 года. И мой рассказ сегодня о том, как здесь в Анапе у нас могут вам подсунуть вместо наших российских рублей какую-нибудь иностранную валюту. Например, вчера еду я в маршрутке, рассчитываю сотенкой, подает мне водитель сдачу 50 рублей плюс еще монетки. Приезжаю домой, смотрю, одна монетка очень такая интересная, друзья. И вот она какая, смотрите. Явно не российский рубль, да? Хорошо. Хорошо на монетках пишут, из какой она страны. Переворачиваем и смотрим. И оказывается, друзья, сейчас мы наведем, попробуем фокус. Если у нас получится. И оказывается, что это у нас. Ну как же посмотреть-то поинтересней-то? Никак не получается. В общем, написано Индия. И это 5 индийских рупий. Ну а курс рупии к рублю практически один к одному. Вот, поэтому это мне дали вот такую сдачу в виде 5 рублей. 5 рублей не додали. Хорошо. Валя у меня продавала мороженое. Ну, она работала мороженщицей какое-то время. И один ухарь-купец дает ей вместо наших российских рублей вот такую бумажку, друзья. Что тут написано? 1 аргентинский песо. О как! Ну, у Вали глаза загорелись. Она с удовольствием взяла это песо, дала ухарю-купцу мороженое. Вот. Ну, а дома пришла и похвасталась, что она получила заработную плату в иностранной валюте. Посмотрел в Google, оказывается, цена этому одному песу. Песу 2 рубля 36 копеек. Вот таким образом, друзья. Так что будьте внимательны в Анапе, когда вы сюда приезжаете. Зато Маша у меня совсем недавно нашла 1 евроцент. Вот. И была этому очень рада. Ну, а самые красивые деньги, по моему мнению, которые существуют у нас на Земле, это аргентинский доллар. Вот, и вы сейчас увидите, как моя дочка, ну, она еще была маленькая, ей, наверное, там лет 12, я не знаю, она вам покажет аргентинский доллар и даже покажет на этом аргентинском долларе Ленина. Поэтому, друзья, вот предлагаю посмотреть вот видео, которое вот здесь вот сейчас по этой подсказке всплывет, ну, или здесь, я не знаю, где-то тут. Вот, и посмотрите, и настроение ваше улучшится. Вот. Ну, а те, кто зашел на мой канал впервые, подписывайтесь на мой канал, ставьте свои оценки увиденному, заходите ко мне почаще. И всего вам доброго, до следующих встреч.